Добрый день, коллеги. Меня зовут Андрей Белоедов. Я отвечаю за маркетинг и продажи в компании Рихау, которая известна вам больше, наверное, по окнам Рихау. Но в последнее время мы очень продвинули категорию трубы, мебельные комплектующие и садовую тематику. Меня зовут Ольга Михайлова. Я из компании Хогарт. Работаю с архитекторами, дизайнерами. Это мои самые любимые клиенты. Добрый день, меня зовут Кудашова Анастасия, я являюсь лицом и ведущим архитектором архитектурного бюро «Март Архитект». Я очень рада сегодня присутствовать на нашем архитектурном завтраке. А где информацию берут? Информацию берут на сайте в основном, на сайте брендов, на вот таких мероприятиях, которые, да, от знакомых, это на втором месте. Сначала интернет. Вчера была статистика, ну это по окнам была статистика, откуда вы берете информацию. Первая интернет, вторая от знакомых. Добрый день, меня зовут Сотникова Галина, я архитектор, дизайн-студия Freedom. Окна всегда был продукт такой индивидуальный. Приехал замерщик, померил, изготовили. Вот, ну они начали занимать нишу загородного жилья, когда уже дом и проемы выводят под какой-то размер, который есть, и ты поехал купил. Меня зовут Павел Мельник. Я представляю архитектурное бюро «Март Архитект», где являюсь его руководителем и главным архитектором проектов. По кромке у нас очень большая доля, порядка там 30% в России. Но это такой продукт, который и продвигать сложно. Как его продвигать? Производство. Да, то есть это B2B-шный такой бизнес в чистом виде. Портфель заказов по контактному рельсу в метро. То есть это, на мой взгляд, вообще космос, и никто об этом еще пока не знает. Но, тем не менее, это будет такой небольшой сюрприз для вас, для нас и для наших уважаемых партнеров.